Я в ахуе просто. Я просто охереваю, нахуй. Прикиньте, ребят, мы залезли. Знаете, как страшно. Открыто. Охуя, вся тут узко. Ох, ебануться. Это, блядь. Что это нахуй, Юр? Юра, расскажи. Это ой, ты смотри, какая ровная, это все. Я просто в ахуе, нахуй. Вот это рёст, блин. Давай суфанёмся здесь. Давай суфанёмся. На фоне. Повыше, блядь, значит. Через чё потом? Сейчас я не сниму. Блядь. Хуй, мама, я мама в шоке будет. Еще выше хочу. Охереть, ребят, это почти второй этаж. Пошел в пизду, заебал, блядь. Ого, там поля какие. Вообще, знаете, как страшно, ребят, идти вот тут вот. Вот тут вообще, знаете, как стрёмно идти. Ого, тут фонарь. Вон у няни. Он нам показывает. Вон, ладно, пацаны, блядь, сидят. Не отвечай там. Давай кругаля дадим. Ну, блядь, я еще выше хочу. Ну, а потом сейчас блядь, выше. Это пиздец, нахуй. Где здесь еще выше залезть? Короче, ребята, вот это тут сейчас самый пипец будет. Ой, блядь, у меня нога слетела. Я лезу с камерой, блядь, Юра! Есть телефон, я одной рукой лезу, Юра. Ёбаный, блядь. Это охуеть просто, бля. Все руки нахуй дрожат. Охуеть! Пацаны! Смотрите, как расхватает. Хуеть, я сейчас рожу, просто. Охереть. Ой, что упал. Блять, камера никогда ничего не передаст. Запомните, ребят. Вы бы сейчас знали наши ощущения. Юра на самой высокой точке, на которую мы залезли. Давай, пятёньку, Юра. Стой, ну. Ладно, так, давай. Просто, ребят, а сейчас шел дождь, главное. Шел дождь. Ну, мы просто с Юрой решили зайти посмотреть, типа, ну что, типа, есть тут... Мы когда... Фу, блядь, это пытается.
первый раз. Ух, нихуя себе. Вон телефон пёснулся. Ух, еба. Я шатаюсь весь. Короче, мы когда тут первый раз были, мы думали, тут дверь с ключом. А тут нихуя. Мы не знаем, мы с тобой побежали, потому что клуба. Блять, ебать, тут виды красивые просто. Тут вообще пол Уральска видно. Да тут там вообще вон даже какой-то этот, блять. А чугунка где? Чугунка. Подожди, блядь. Уя все, короче.